Эксперимент, который вот-вот начнется недалеко от Якутска, может перевернуть представление человечества о жизни в условиях вечной мерзлоты. Завершается строительство дома, укрытого куполом, в который на днях въедет молодая семья и будет жить там до лета. Полушария 10 метров в высоту и 20 в диаметре, собраны из металлического каркаса. На него натянуты морозоустойчивые пленки. Благодаря этой конструкции внутри самого купола, соответственно, и в доме будет значительно теплее. Предполагается, что внутри купола температура будет гораздо теплее, чем снаружи. По некоторым оценкам, при минус 45 снаружи, внутри, под куполом, ну, за счет того, что дом будет греть пространство снаружи, ну, где-то минус 25, минус 30. Это вполне стандартный одноэтажный дом. Сделан он из профилированного бруса. Его площадь составляет 128 квадратных метров. На участие в эксперименте якутские семьи подавали заявки заранее. Их набралось около 60. Однако к будущим новоселам были определенные требования, в том числе и отсутствие маленьких детей. Укрывать дома и даже целые города на крайнем севере куполом в Северо-Восточном федеральном университете предлагали уже давно. И вот теперь идея, наконец, будет реализована. По мнению специалистов, этот способ позволит, если не создать лето в условиях вечной мерзлоты, то уж точно существенно экономить на теплоснабжение.